Ну это сразу нахуй. Так, что началось? Посмотри ТТХ. Как его? Тут описание, если этого нету, просто посмотри там. Кто тебе импонирует? Мне? Ну, мне импонирует женский. Выбери. Просто, может, это... Вернемся к готовому. Ты понимаешь, я не знаю, что здесь за что отвечает. Тут как бы... Нету... Все статы важны, насколько... Тут нету вводных, то есть, например, вот... Ну, сила, ладно, сила, ловкость, понятно, за что, например, вот внимание, разум и воля, я вот... теряюсь, что разум здесь можно поехать, как его подсечь. Значит... Так, то есть какой здесь максимальная десятка? Что в создании можно? Не, я понял, что зрелых персонажей физической подготовки. Вот мой класс. Я буду детективом. Посмотри все остальные. Да я понял, не, я говорю, что я уже нашел. Шутка понятна, да. Исследователь, да, написаешь. Милоохотник. Под Дженом будешь? Посмотрим. А, ну это, ну я так понял, это класс, тут поскольку я вижу, что все разбито на некие классы, это хил, оккультист, медицина и какие-то, видимо, еще его оккультные, дальний бой, скрытность, плутовство, бля, может, а, ну блин, я знаю, что в подобных играх вот... В Араме... Тебе виднее, я вообще не ебу. Не, просто в Араме очень... Там прошлое, ты прошлое не смотришь. У каждого есть вариации прошлого. Ну... Не хочешь быть ветераном Первой мировой? Я думаю, нет, ты видишь, это... То есть это дает небольшой бонус к этому. Ну там какие вот вариации? Вот ты жмакаешь так быстро, не видишь? Сколько? Четыре вариации. Капитан, он, видимо, ничего не дает, ты сам распределишь. Офицер, он вот один к плутовству дает, то есть если у тебя... Ты что, ну ты смотрел уже? Ученый... Там они есть. Вот. Ученый, это тоже такой полухил, полу... Плюс скрытность. Ты по типажам уже прошелся? Нет. Ты с такой скоростью читаешь, что прочитал, чем отличаются типажи? Ты про прошлое или про что? Типаж. Аристократ, артист, детектив, исследователь. Да, нет, это типажи. Нет, это я прошелся, да. Определился, да? То есть, ну, как я говорю, вот, либо детектив, либо преступник, либо ученый, потому что у него, ну, то есть... Мне как... все равно, кого ты играешь. То есть тут... Сейчас, я хочу посмотреть. Может понравится и пройдешь их. Может быть. К дальнему бою. Да просто без знания лора такое себе. Должно быть не ниже 6 очков.
Я думаю взять... По тем годам, кстати, женщина-детектив невозможна. Ну... Как это называется? Ежели повестка! Ой, все, да. Кто мне тут не шути говорил, блин, не надо шутить. Тиня, звони в поли... как его... вертолету. Спустят к отчаянию. Нормально. Реалистом. Ну, поскольку я нихера не знаю, если честно. Ну, я тебе говорю, очень важная в играх по Лавкрафту это психологические эти показатели. Да ёпт, рука. Просто в начале игры потечешь. Так потечет, кукушка улетит, и все, и сама выпилишься. Будет обидно. Ладно, возьмем базовый набор, а там дальше видно будет. О. Мировоззрение. Ну, успеваешь или? Я потом в записи посмотрю. Понятно, так вот получается. Так. Ага. Ну это сразу нахуй. Так, что началось? Папы уже выехали, да? Угу. С тобой, да. Хорошая звуковая сейчас была. Подожди, а мы тут... тут есть материалист и рационалист, это разные эти? Ну да. Материализм, он, блять, я сейчас... Я не помню, то есть, что такое материализм, в том плане именно, я примерно понимаю, что это, но я сейчас начну рассказывать, половина от себя тяна будет. Вот. Дай прочитать мне вот рационалисты и материалисты. Не, не выбирай, подожди. Я ничего еще не выбрал. Жмакни, ну ладно, давай рационалист сначала прочитаю. Ну тут, в принципе, довольно такое общее, да, понятие рационалиста. А материалиста выбили? Материалист — это человек, который по большей части ценит... Здесь оценивается, тут написано, вот то, что написано про материалиста, вы как бы пиздец уже свершился. И, ну я тебе просто объясняю, вот чтоб, если тебе вдруг непонятно, тут подстраивается это под игру. Ну, материалист, понятно. Мы все обречены. Ты же читал вступление этого? Так давайте же проведем на остаток наших дней, как короли, богатство, плотские утехи, власть, что угодно, лишь бы забыться. Тут по логике игра начинается, тебе не надо думать о выживании, ты это, где ширнуться, кого поебать, и это, типа, уже все, пиздец уже наступил. Вот, не знаю, выбирай сам, кто нравится, я тебе про других же, я просто не успевал читать, я тебе так же других могу разобрать. Я смотрю на это больше как на что мне это даст по этому... Ну, это тоже. Как это называется? Просто вот я думаю, что... Я тебе говорю, рассудок, вот, больше психическая стойкость. Вот для меня психическая стойкость и рассудок на разные эти, как бы... Я думаю, что из всего этого пока меня больше интересует оккультная фигня, потому что очень, очень странно будет на все, как бы во всем этом вертеться, при условии того, что здесь я видел... Ты пропустил до этого типаж оккультиста. То есть было... Ну, там...
понимаешь, я не хочу быть прям оккультистом из разряда прям стопроцентным оккультистом, потому что игнорировать... Детектив, у которого по мировоззрению в оккультные... Данный персонаж принадлежит... Данный персонаж никогда, некогда состоял в Отцовском бюро расследований, а теперь стал частным детективом. Очередное дело об исчезновении ребенка скрывало за собой нечто большее, чем банальное похищение. Навыки дедукции, дальний бой и психология можно будет развить до максимума. Черт, а, тут типа другие, ты на маг, у других этих ты до максимума развил. А, понятно. Просто оккультист, он, я не думаю, что он, как это называется, он больше... Медицина и оккультизм можно будет развить до максимума. Ты понимаешь, что, вот то, что написано развить до максимума, у других типажей развить до максимума будет нельзя? Мне просто, блядь, неохота... Нет, подожди, дедукция, ты выбираешь то, что ты сможешь прокачать, это дедукция, дальний бой и... Я понял. Ну так да. Это получается... Не, выбирай, что хочешь, я просто за разум, за психологию. Не, вот тут и... Вы получите больше очков рассудка, быстро меняешь, выбирая в диалогах соответствующие варианты. Не, вон там внизу, смотри, там внизу в скобках показано, что рекомендуются персонажи с навыками наука или медицина, здесь с навыком оккультиста. То есть, поскольку вот здесь ничего нету, вот эти мне противопоказаны за детектива, я уже понял. Потому что у него нету, у него, видишь, дедукция. Хотя, ну да, если нельзя прокачать эти, будет до максимума, то есть остальные нельзя будет. То есть даже если я выберу детективу оккультный навык, то он до конца не разъедется. Вот эти три ты можешь до максимума, остальные до максимума нельзя. Ну, исходя из этого... Где тут показаны статы общих этих, что всего есть... Я думаю, где-то вот здесь будет, потом в следующих. Просто это у этих, у готовых персонажей уже можно посмотреть, доступно, давай, как говорится, этот... Маша, слышишь? Аморальная личность. Распнука, подобно... Распутину? Подожди, Кроуфорду или Распутину вы используете неотразимый животный магнетизм, но склонны предпочитать оккультным изысканием плотские наслаждения. Ой, это что? Ой. Это? Намеки на кто снашал это царицу, императрицу? А кто такой Кроуфорд? Давай, спроси, да. Не, ну мало ли. Я сейчас гуглить не пойду, просто качество соединения по пизде. Ну, как говорится, этот, поскольку мы играем все-таки в этот, давай будем... Ты не бери кого хочешь. Я хочу получить этот внешность вашего персонажа. Это аватарка. Да, так, вот, тут-то мне не надо, это-то я в курсе. Вот это как самый не этот... Так, вот мои, я так понял, основные. У тебя нет женского ника? Это... Ты же использовал у меня этих... У меня ник унисекс, я использовал, когда она занята была. У меня ник, он не привязан к гендеру. Я вот так выкрутился. Ближний бой, выживание, это... Ты видишь, что там еще дальше меняется, выделяется, как его, здоровье? Да. Так, ближний бой, выживание, атлетизм, дальний бой, ближний бой. Про разум не забывай. Вот это надо бахнуть. Про разум не забывай. Максимально 10 или 9? Какой здесь максимальное можно? Я думаю, там до бесконечности можно. Я думаю, что ограничение... У меня 7 очков просто, я все 7 сейчас могу в один заткнуть, это вот, пожалуйста, как мне так делать. Все, я 7, вот, видишь? Вот 10 максимальное. Нет, вот 10, нет, 10 не максимальное, там, скорее всего, идет этот, просто там для того, чтобы повысить одно очко сначала идет, а потом 2.
Это тоже в таких играх. Можно будет до сотни, что ли, раскачаться? Я не знаю, вот в том-то все и дело. Я думаю, что десятка потолок. Скорее всего, нет, это вряд ли. Ну ты вот на старте выберешь это, остальное потом в течение игры... Не-не, там потом можно будет дальше, я говорю, просто, скорее всего, для следующих вложений. Там по 2 очка забирать будет. В других играх подобного жанра, да, как оно происходит? Так, вот, вот я тебе говорю, как оно происходит. Ты скольки качаешь потом? Я говорю, смотри, ты вот вкладываешь... Вот, но, то есть вот 10, но, туда-сюда, но. И... Потом ты силу сможешь сделать больше 10? Вот, да, и скорее всего потом можно, просто у тебя 2 очка заберет, потому что здесь один, он не дает дальше идти. Вот. Хотя вот, сейчас проверим, ну-ка. А, нет. Ну-ка, погоди, а если 3? Тоже нет, странно, ладно. Я вот про это и говорю, что больше десятки ты не скакнешь. Это странно, потому что... Ну ладно, посмотрим, там... Я к тебе о чем? Ты понял, о чем я к тебе? Я понял, я понял. Чтобы ты про разум в этой игре не забывал. То есть вот что ты сейчас хочешь качнуть... Я понял, я понял. Я отталкиваюсь от того, что десятка это максимум, значит у тебя разум должен быть не меньше половины. В идеале там минимум 6. И поскольку я не планирую бить людей по лицу... Читаешь то, что там самое правое отображается, как меняются эти? Да, ну и в это вчитываться как бы особо... Тебе еще пятерка, смотри, у тебя навыки еще есть возможность крутануть. Да, да, я и хочу. Я вижу, что там отображается, но как бы, ну, это основные эти, то есть вот дальность боя, точность боя. Дополнительный урон, криты всякие такие, так. Вот, дальний бой. Ближний бой. Ну, атлетизм это твои... Атлетизм — это физуха. Ага. Так, я ищу, где этот... Вот, выживание. Физическая стойкость. Туда надо 100% закинуть, потому что... Начальное здоровье в таких играх, оно пиздец важно. Психологию качни на одно минимум. Гляди, что оно дает. Так психология позволяет распознавать мотивы людей. Понятно. Сейчас, Мария. Дай я посмотрю, что еще остальное дает. Наука. Красноречие. Речи надо обязательно. Ну и вот так. Пусть будет. А, погоди, стой. Понятно. У меня, у меня основные же навыки, получается, не взяты тогда. Охуеть. Понял. Они тоже на нуле были, а я это не заметил, потому что они тут, то есть они тоже были на нуле. Вот. Ну да, нормально. Ваш культист, взрослая, полуженщина, мировоззрение, эзотерик, аморальный. Я очень аморальный личность, да. В порядке. Данный персонаж принадлежит к тайному ордену. Правительство было здоровье 44, рассудок 60. Ну что, понеслась? Я без пай. Ваше менхождение, чердак. Бывают ситуации, когда наркотики это единственный способ жить как душой, так и телом. Игра не потянет на пропаганду наркотиков? Я об другом просто думаю, так подобное читаю. Угу. Будем вдаваться в подробности. Какого года эта игра? Почему она так долго грузится? У кого-то калькулятор? Да! У меня, ебать. У меня Орек быстрее загружается, слава богу. Все, понеслась.
и читал... Ты читал субтитры или оригинал? У меня просто вопрос к тому, насколько соответствует перевод. Это я так тебе не скажу. Я этот, переглядывался, но оно... Канистра для керосина... Гримуар? Ну-ка, нажми на гримуар. Ну, это, я так понимаю, боевые эти. Карта. Туда-сюда, погоди, тут он. А, это все. Заклинания, ритуалы. Что делает кровавый круг? Кровавый круг. Заклинатель исполняет ритуал, рисуя вокруг себя защитный круг и жертвуя ради этого частью своего запаса здоровья. В завершении ритуала заклинатель должен пролить немного собственного. И карту не посмотрел, и еще там что было. Что дает, мне сказали. Мискатоник. Ну, карта для меня... Я хотел сказать, что было бы уместно играть детективом. А дневник? Погоди, было бы уместно играть детективом при условии того, как называется город, в котором все происходит. У тебя там два свободных слота еще, если ты его успел заметить. Да, я... Типа банда. Прекрасно понимаю, что у меня здесь будут определенные сопартийцы. Я и мои кореша. Ну, отмычек, я понимаю, у меня нету. И чем сломать, тоже. И... А, блин, бензином и подожги. Это не так работает. И сожгу все, что внутри. Ну-ну. Че бы нет. Пусть горит. Некоторые люди просто хотят смотреть, как горит этот мир. Заведение работать вроде бы должно, оно ночное, нет? Понять не имею, это... Вот прочитай вывеску. Да... Повар The умер. The cook is dead on the serenities. Повар умер. Этот, Гейзенберг, как, да, как, кстати. Как говорится... Больше мета... Больше... Гейзенгер мертв, больше мета никто не сварит. Говорится, а Джесси завязал. Как говорится, повар умер, в меню только консервы. Мали, смотри, деревянный этот Ктулху заценил в правом нижнем? Ну все. Давай глянем. А, понятно. Ну, потом глянем. Потом глянем. Что там? Что там? Honest Bills? Да, честный Билл. Магазин честного Билла. Вы меня знаете. Оу-оу-оу-оу. Подойди, пообщайся. Я думаю, это чисто этот, как это называется. Да, это чисто... Это видно, то, что привидение. Ты по черепу с костями понял? Ты-то живой. У меня не настолько крупно, как у тебя. Ты можешь приблизить хуйню? Нет. Ой. У меня крыша едет уже, или... Я говорил, разум качай больше, блядь. Да, начинается, я виноват опять. Чё ты ржёшь? Это серьёзная игра. Чё ты начал-то? Мы должны тут этот...
переживать. Вот моя полоска рассудка. Все, я понял. Ржет он, блин. Вон как ты должен был выглядеть, детектив. Да. Блин, а кто это в правой, смотри, кто это в правых корешах? А, посередине в шляпе, а справа кто? Какой-то мужик в бинтах. Что это? Какой-то мужик в бинтах. Так, погоди, мне надо... Так, нажмите правую кнопку мышки на объекте. А, все, понял. До этого я не мог его открыть. А это сон был. Это все. Ты не понял, что ли? Да я говорю, а до этого я не мог его открыть, потому что сон, да, я понял. Ты шприц взял, это самое главное в этой игре. В любых играх про Рафлафт... В любых играх, да, где есть шприц. По вселенной Лавкрафт... Нет, в любых играх по вселенной Лавкрафта медикаменты это самое главное. Так, ну тогда я приоденусь, что ли, а то как-то даже мне тут неудобно. Что это? А, это мой сквояж доктора. Ну понятно, это медицина. Лауданумом. Ты же знаешь, что это? Нет, конечно. Где... курить. Я думаю, они должны восстанавливать этот... Вот я хочу посмотреть, что он восстанавливает. Или, если тут есть графа нервов, то есть стресса, должно успокаивать. Угу. Вот, вот, у тебя 46, ты запомнил, сколько у тебя было? Нет, сейчас 46,6. Да, он одна. Да, восстанавливает по одной. Ну все, логично. Но, скорее всего, оно снижает здоровье или что-то это, да. Покуришь так три пачки и больше не покуришь. С учетом, что здесь расходуется... Это если бы у тебя одна затяжка восстанавливала одно, один этот процент, это одно, то есть сигарету скурить. А если каждая сигарета, то там две. Такое, как, что такое корнуто? Это, видимо, какой-то непереводимый фольклор. Он, как его назвали? Он, по-моему, итальянец, что ли, какой-то? Это, типа, нечисто... Он Марио какой-то, он Марио. А, ну, этот, итализм. Хоть мы друг друга и знаем уже год, но я тебе не доверяю. Марино, он не Марио, он Марино. Марино! Произноси правильно. Марино, да. Ну, я планирую отыгрывать такого персонажа, который не особо дружелюбный, потому что... Тебя как это, не этот, устроит? Да жмакай, блядь. Я бы... Если бы я хотел того, кого я, ты бы играл... за это. Мне интересно, корнуто как переводится, блядь. Ну, загугли, у тебя есть там время. Тут в том-то и дело, то, что его они, блядь, перевели, транскрипция должна.
рогатые с латыни. Он тебя козой обозвал, я не понял. Это что такое? Ну-ка, у тебя там меч, еби ему. У меня там меч есть, да. Как он черного, небось, обзывает, мне интересно. Учитывая, что там 20-е годы, он там на подсосе должен в баре быть. А, ну понятно, не смог с меня стрясти сигареты и типа делает вид, что это за счет заведения. Ну да, ну да. Ну тогда благодарю вас за ваше вложение в мой карман. Благодарю, да. О, ты прости, не прерывай. Да, я прочту это. Ох, вот только не надо тут умничать. Еще увидимся, Кахнуто. Кахнуто! Он не малина, да, да. Он этот, как его, Мойша, бля. Да, еще увидимся, Кахнуто. Ай, начинается. И кто такой? Ты намазом не подойдешь? А он играет, я уже на него нажимал. Он слишком занят, он... Как говорится, этот весь в игре. Я к этому хочу подойти, вот он стопудов через этаж. Это... Партии в крикет? Mm-hmm. Давай! Он тебе говорит, ты дальше не читаешь, что ли? Mm-hmm. Ну, давай сыграем, так, ну-ка, где тут? О-о-о-о, да, сейчас, ну-ка. Я курю сигареты «Красное яблоко» только. Что это началось-то? Ссылка. Да, все, понял, я думал этот. Типа только одну марку уважаешь. Ну что, рискнешь, у тебя там 200 штук? Ну, его нет. Если... Я ловкость вроде была. А, понятно. Я надеюсь... До слез мужика довел, бля. Я надеюсь, он тут... Подожди, Кеша выглядит так, словно жизнь лишилась для него всякого смысла. Глядя в его опустошенные глаза, вы будто смотрите в бездну. Нет, это с другой интонацией надо читать. Так наконец он начинает медленно говорить. Наконец он начинает медленно говорить. Ну, давай. Мальчатлица! Во-во-во, похоже, новый чемпион мира теперь здесь я. Так, машинец. Скажу зло, величие становится. Застрелится к хуям. Пока. Тут, кстати, это что-то вроде возможно в безумной вопы. Ебать, он передвигается. Ау! Это чё, будет? Паскуда, тварь!